Так, ну опять продолжаем проходить Undertale. В прошлой серии мы от Undyne убегали. И она нас загнала в угол и сбросила в какую-то мусорку. Мы тоже посмотрели то, что тут желтые имена лежат. Сейчас пойдем выбираться из этой свалки. Так, куча мусора. Мы нажали на велосипед. Его звонок хрипит в большом отчаянии. Это сейчас был звонок велосипеда, что ли? Да, куча желтых имен и мусора. Мусор. Разбит настольный компьютер, пуст внутри. Тут так странно. Ваша Word тебе мусор не очень-то и помогает. Мусор. Куча мусора, узнаете несколько старых марок. Ладно, тут уже больше ничего нельзя прочитать. Так, вот у нас какая-то коробка диска с аниме. Края покрыты отчаянными царапинами от когтей. Я даже знаю, кто это сюда выбросил. Кто любит аниме и ходить на свалку. Это мини-холодильник. У него нет бренда и выглядит он нетронутым. Внутри пара замороженных тюбиков от еды астронавта. Взять один. Да. Да, все. Я собрал все эти. Выглядит как обычный торговый тренировочный манекен. Хочешь его побить? Не хочу. Некоторое время смотрим друг другу в глаза. Так. Он ожил. Ха-ха-ха, слишком запуган, чтобы сразиться со мной, да? Я призрак, живущий внутри манекена. Мой родственник тоже жил внутри манекена. Пока. Ты. Чепуха, ты был таким скучным. Им это надоело, и они улетели. Как и все уважающие себя призраки. Ну тогда. Скучные люди — это крошки, налившие на лицо этого мира. Человек, я затру тебя с этим изысканием платком возмездия. Вот у нас мини-босс. У нас 20 хп. Его надо просто пережить. Тут ничего не надо делать. Атаки у него простые. О, сюда его прямая. О, вы пустоголовые. Смотрите, куда стреляете своей магической атакой. Эй, ты, забудь все, что я говорил о магии. Я разгромлю тебя и заберу твою душу. Кстати, саундтрек тут красивый. У нас таблука почти такой же. Ай-яй. Так, когда у нас останется меньше 8 хп? Так, что живем? Что? Да я считаю это месть за моего кузена. Ну, считай. Ладно, я сказал меньше 8, но на 8... Давайте собачий остаток. О! Собачий остаток. Ну, я сейчас не читал, но сами прочитайте. Получается, эти собачьи остатки не нужны. Давайте паёк астронавта выпьем. Точнее, съедим. Что с пайками астронавта делать? Так, ну это вообще легкий мини-босс. Хотя я первый раз, когда проходил, я на нем застрял. Прям надолго так. Эй, ребят! Чучело. Помните, как я говорил, не стрелять мне. Что ж, отбросы, вы все уволены. Вас всех заменят. Ха-ха-ха. Теперь ты узришь мою истинную мощь. Полагайся на проверенных людей. Механически...
Механический шум заполняет комнату. Робо-манекены. Магический зал. Капец, я пропустил по себе. Урона. Так, ну тут одних. Вот сюда давайте. Опа, номер у нас выявили. Это хорошо. Пахнет магазином одежды. Робоникены, финальная атака. Так, вот это типа сложное на самом деле. Ну, невозможно. Эти ребята даже хуже, чем те. Плевать, плевать, плевать. Мне не нужны друзья. У меня есть ножи. У меня кончились ножи. Но это не меняет значение. Ты не можешь ранить меня. Я не могу ранить тебя. Ты будешь сражаться с моей вечность. 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 Типа мы не сможем отсюда из этого окна. Будем, короче, во время боя всегда. Аха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 . Ахахахаха. Что это? Что еще? Арх. Кислотный дождь? О, забудь, с меня хватит. До свидания. А вот Набстабук. Прости, я прервал вас, не так ли? Как только я прилетел, твой друг тут же ушел. О нет, вы вроде как веселились. О нет, я просто хотел поздороваться. О нет. Ну, теперь я пойду домой. Ой, заходи как-нибудь, если захочешь. Но я не настаиваю. Я пойму, если ты занят. Все в порядке. Не волнуйся. Просто захотелось предложить. Так, отлично. Эй, мой дом здесь. Но не случай, если ты хочешь взглянуть. Или на случай, если не захочешь. Он так странно разговаривает. Вы чувствуете, что полны решимости. Вот у нас в таком-то, мы в прошлый раз с ней были, давайте прокатимся на удочке. Эта маленькая птичка хочет перенести вас и принять предложение птицы, полетать. Как она нас интересно удерживает. Но она старается, по крайней мере. Это уже достойно похвалы. А инвентарь я могу открыть пока? Нет, я не могу, просто хотел проверить. Так, давайте обратно. Да, полетать. Ну там Санс с микроскопом, с этим, с увеличительной штукой. С телескопом стоит. Ладно. Пошлите к Набстаблуку. Сходим. А, тут у нас живет Андайн. Не похоже на то, чтобы кто-то был дома. Что? 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 Такова жизнь. Что? 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 Короче, ладно, я не выговорю. А то там первое просто что, потом с вопросительным знаком, а потом с двумя знаками сразу. Так, это дом Метатона закрыт. Давайте сюда сходим. Тутун. Ох, ты правда пришел? Прости, я не ожидал этого. Тут пустовато, но я чувствую себя как дома. Паутина, у меня есть флайер на стуле живущих. Жуткая мелодия. Послушать его? Да. Хорошая музыка. О, это мой телевизор. Он крутит шоу, что я смотрю временами. Метатона? О, ты голоден. Мог дать тебе что-нибудь поесть. Это призрачный бутерброд. Лучше его попробовать. Да. Вы пытаетесь откусить кусочек призрачного бутерброда. Вы проходите сквозь него. Ох,
Забудь об этом. После хорошего обеда я люблю лежать на полу и чувствовать себя мусором. Это семейная традиция. Хочешь присоединиться ко мне? Хочу. Хорошо, следуй моим указаниям. Вот мы и начали. Тебе нужно лежать так долго, сколько сможешь не двигаться. Ну, подвигаешься только если захочешь стать типа. Красивая мелодия, конечно. У меня пол в каких-то дырках. Так. Самое интересное, что вот мы медитируем, так сказать. Телевизор исчез, потому что он, наверное, был как часть дома. А самое важное в нашей жизни осталось. Как вселенская какая-то философия. Холодильник, интернет и три пластинки с музыкой. Ну и флаер распродажи выпечки. Это, кстати, можно было на превью поставить, ну ладно. Все. Капец, нас тут, конечно, торкнуло. Что же, это было здорово, благодарю тебя. Давайте включим вот это. А что, алло? Подождите, нет. Жутко мелодия мертвой. Давайте жутко волну послушаем. Да. Крутой ремикс. Он же у нас типа диджей на стабук. Так, давайте это. Музыка для жутко Никулы. Да, давайте послушаем. Это я тебе сейчас танцую. О, это песня. Никогда не выучишь слова, сложно не подпевать. О, красиво подпевает. Ладно, пока нам стабук. Что за нафиг с этой музыкой? Не в курсе, чувак, это напугало меня. Это хуже, чем Смурена. Не-не, Смурена не такая страшная. Если тебе так страшно, то почему ты продолжаешь подмигивать? Это подмигивание страха. Забудь, это бит слишком грязный. Мойщик, стой. Не покидай меня. Эта ужасная музыка моего наказания должна быть страшной. Прошу, хватит, все больше не боюсь. Вай. Нас защитила музыка. Я в водопаде приездом из города. Синхрония. Дочь моих соседей примерно твоего возраста. Ее имя Сьюзи. Я чувствую, что вы двое должны подружиться. У тебя соседское благословение. Так, деревья Тэмми где-то там. Неловко, я сейчас работаю, то есть добро пожаловать на семейную личную ферму Буков. Ага, я единственный работник. Раньше здесь было много работы, но однажды наш главный клиент пропал. Теперь только какой-то волосатый чувак приходит раз в месяц. Так, сейчас я хочу объяснить. Раньше Турель же делает улиточные пироги. Я вот раньше сюда ходила за улитками, чтобы из них делать уличные пироги. И я с гор их ел. А сейчас я с гор некому готовить, поэтому он иногда сам приходит сюда. За улитками, он же типа у нас волосатый Асгор. Так, давайте в гонку улиток сыграем. За 10 монет. Улитка Роз. Улитки будут участвовать в гонке. Если желтая улитка победит, то ты выиграл. 10 монет, чтобы сыграть. Сыграть. Хорошо, нажимай Z, повторяй, чтобы добить свою улитку. Готов? Ну вообще тут на самом деле надо занять второе место. За первое дадут 9 монет, а за второе дадут больше. А мы за 10 заплатили. Надо аккуратно, а то если сильно быстро, она может перегореть. Давай, улитка. Быстрей.
Ну все, мы уже проиграли. О, похоже, ты одобрял свою лицу слишком сильно. Все это давление, чтобы победить, окончательно достало ее. Ох. Ладно, мы не будем это играть. Есть много других хороших мест для фарма. Призрак, он невидимый, как-то появляется. Кстати, мы его только рядом видим, когда он с нами. Так, здесь у нас... Внизу должен быть лодочник, да. А здесь у нас Герсон. Кого я вижу? А у меня тут немного очищенного мусора на продажу. Крабовый яблок не нужен, морской чай не нужен. Мутные очки. Давайте купим. Порванная тетрадь, это ерунда, нам не надо. Давайте говорить о себе. Я пробыл тут очень долго, возможно, слишком долго. Изучать историю очень легко, когда ты сам столько всего пережил. Ха-ха-ха. Это эмблема. Чего? Ты не знаешь, что это? Чему сейчас только детей учат в школе? Ха-ха-ха. Это треугольная руна, символ нашего королевства, королевства монстров. Ха-ха-ха. Отличное название, да? Как я всегда говорил, старина король пушистик, вместо оригинальной названий. Значение эмблемы. Кстати, вон, слева от этого Герсона эмблема Дельта руны. На самом деле, эта эмблема ссылается на одно предание. Истинное значение утеряно в веках. Известно лишь, что треугольник снизу – это мы, монстры. А круглый кружок наверху – что-то другое. Многие говорят, что это ангел из пророчества. Ах да, пророчество. Легенда гласила, что ангел повидал поверхность, найдет с высоты и освободит нас. В последнее время народ стал мрачнее смотреть на вещи. Название это... Крылатый круг ангелом смерти. Предвестником разрушения, который хочет освободить нас от этого мира. Как по мне, когда я смотрю на этот кружок, они просто кажутся мне аккуратными. Ха-ха-ха. Король. Король пушистик, он дружелюбный, беззаботный дяденька. Если ты здесь достаточно поскитаешься, то обязательно встретишь его. Он обожает гулять и болтать со всеми. Почему я зову Дримора пушистиком? Ах, это замечательная история. Я не помню ее. Но если ты вернешься позднее, то я наверняка припомню. Хм. Об Андайн. Андайн, да, она здесь местный герой. Проявилась лишь упорством, пробиваясь лишь упорством и решимостью, она возглавила королевскую стражу. На самом деле, она недавно проходила тут, спрашивая о ком-то, кто похож на тебя. Держи уши востро, дитя, и купи пару вещей, они помогут замаскироваться. Ха-ха-ха. Так, давайте, до свидания. Ну, пока Герсон. Будь осторожнее там, дитя. Так, а еще я хотел почистить инвентарь. Так, давайте... мутные очки. Точнее, паёк космонавта и... Ладно, вот это выкинем, а сейчас в инвентаре. Пуанты нам не нужны, мусор. Так, мутные очки мы возьмем. И выбросим старая балетная пачка. Вот так, все. Израненные, избитые, острашащиеся смерти, мы сдались на людскую милость. Семеро из величайших чародеев запечатали нас под землей с помощью заклинания. Все, что угодно, может пройти через печать, но только сильной душой могут уйти. Есть лишь один способ обратить это заклинание. Если огромная сила, равная 7 человеческим душ, атакует барьер, он будет уничтожен. На это проклятое место не имеет выхода или входа. Нет пути, откуда человек сможет бы прийти. Мы будем заключенным здесь внизу навсегда. Ну я вас освобожу. Так что не надо тут бояться. Ладно. О, Тэмми. Ладно, я от неё сбегу. Хлопья Тэмми нам не нужны, до свидания.
Так, а вот наша комната. Тут, кстати, очень часто нападают. Сейчас мы пойдем в деревню Тэмми. Вон у нас открылся, по идее, проход. Так, до свидания. Вон у нас там появилась проход, но мы пойдем в деревню Тэмми. Хорошая музыка. Прив! Добро пожаловать в деревню Тэм. Богатая история Тэм. Да, богатая. Прив, я Тэмми. Это моя подружка Тэмми. Прив, я Тэмми. А это моя подружка Тэмми. Прив, я Тэмми. Не забудь мою подругу. Привет, я Боб. Кстати, без ошибок написал Боб. Аха-ха-ха. Люди такие милые. Тэм смотрит за яйцом. Яйцо вылупится. Тэм гордый родитель. Статуя Тэм очень известна. Очень. Тэм слышала, что у людей аллергия на Тэм. Все ок, Тэм понимает. У Тэм тоже аллергия на Тэм. О, аллергия выскочила на Тэм. У Тэм аллергия на Тэм. Так, это рот и глаза, если не ошибаюсь. Точнее, рот и нос. Танец гриба. Танец гриба. Значит, что угодно. Означает мои муки, ведь корни не хотят разлуки. Пытаюсь оторваться, пытаюсь избежать, но, увы, нет смысла продолжать. Грустный гриб. Кажется, за вами следят. Да. Какой-то напоминает людей в интернете эти все там. Хотя Боб молодец. Прив, тебе стоит посетить в лавку ТМ. Да-да, я соглашаюсь посетить лавку ТМ. Прив, добро пожаловать в магазин ТМ. Так, давайте. Я бы ей 1000 заплатил, конечно, но нет. У меня столько денег нет на учебу в колледж. Давайте мы тебе продадим. Собачий остаток. Вау, ты должен собачьи остатки. Хи-хи, мне нужны собачьи остатки. Но мне нужно платить за колледж. Хм, там всегда хочешь собачьи остатки. Короче, собачьи остатки мы им не дадим. Но. Ладно, за 6 монет отдадим. Так, давайте все продадим. Хлопья Тэм не нужны, они по 2 лечат все 3. Хлопья Тэм дорогое, хлопья Тэм распродажа, хлопья Тэм. Еда Тэм, описание. Скидка на еду Тэм. Еда Тэм дорогая. Ну ладно, с тобой можно говорить? Сказать привет. Прив, я Тэмми. Спросите меня. Прив, я Тэмми. История Тэмми. Наша Тэм имеет богатую историю. Лавки. Я, иди в магазин Тэм. Ладно, пока Тэм, ты какая-то... Пока. Ну, тут можно вещи продавать. А еще можно получить супер броню, если оплатить колледж, а потом еще... Еще раз. Короче, оплатить. Деньги за... Короче, вместо... Если мы платим колледж, то вместо него будет продаваться... хорошая броня. Самая лучшая в игре после медальона. После медальона чары. Так, от вас я сбегу. Тут, кстати, они в прошлый раз испугались музыки на обстоплука. Это очень интересно, странно. Я бы с собой этот плеер носил и пугал бы от себя монстров. Так. Вот нам сюда надо пройти. Красивая музыка, кстати. До свидания. Так, надо сейчас наверх. Ничего не видно. Так, вот все.
Нашли путь. Так, тут темно. Здесь чекаем, ничего нет, вообще ничего нет. Я все причекал. Тут какие-то кусты. Позади тебя. Андайн. Семь. Семь человеческих душ. С одной силой семи человеческих душ наш король, король Асгард Дримур, станет богом. С этой силой Асгор наконец-то сможет разрушить барьер. Он наконец заберет поверхность людей и отплатит им за боль и старания, чтобы мы пережили. Понимаешь, человек? Давай тебе шанс на искупление. Отдай свою душу, или я вырву ее из твоего тела. Ну все, мы сейчас сдохли. Андайн, я помогу тебе сражаться. Йо, ты сделай это. Андайн прямо перед тобой. Ты прямо в первом ряду на ее битве. Погодите, с кем она сражается? Эй, ты не хочешь рассказать моим родителям об этом, верно? Так, ну все, она увела отсюда какого-то монстра. Точнее, монстренка, которого мы знаем. Вот я здесь все прочекал, но тут не было этого прохода, он как-то сам появился. Вы слышите часть разговора? Хм, если назову свои желания, ты обещаешь, что не будешь смеяться надо мной? Вы слышите часть разговора? Конечно же, я не буду смеяться. Вы слышите часть разговора? Однажды я хочу залезть на гору, под которой мы замурованы, стоять перед небом, смотреть на мир вокруг, таково мое желание. Вы слышите смех? Эй, а как же обещание смеяться? Вы слышите с разговора? Прости, просто это забавно. У меня такое же желание. Однако есть пророчество. Ангел, избранный, что видел поверхность, он вернется и подземный мир опустеет. Либо он всех убьет и мир опустеет, либо он всех высвободит и подземный мир тоже опустеет. Так, идем сюда. Йо! Сейчас упадешь. Йо, я знаю, я не должен быть здесь, но я хочу спросить тебя кое-что. Чувак, я никогда не спрашивал кого-либо об этом. Йо, ты человек, да? Ха-ха, чувак, я знал это. В смысле, я знаю это сейчас. Я имею в виду... Она сказала мне, держись подальше от этого человека. Так что, полагаю, это делает нас врагами или типа того. Но я, кажется, типа, привык к тебе, ха-ха. Йо, скажешь что-нибудь обидное, чтобы я мог тебя ненавидеть? Пожалуйста. А? Йо, и ты считаешь, что это было обидно? Моя сестра все время говорила это мне. Наверное, я сделаю это, ха-ха. Йо, я тебя ненавижу. Чувак, я такой придурок. А я, пожалуй, пойду домой. Сейчас он побежит и, как всегда, подскользнется. Йо, постой, помоги, я споткнулся. Давай спасаем его. Йо, чувак, если ты хочешь навредить моему другу, тебе сначала придется пройти через меня. Так, до свидания. Андайн. Она ушла. Йо, ты и вправду спас мою шкуру. Полагаю, быть врагами было удачной мыслью, ха-ха. Но кажется, вместо этого нам лучше стать друзьями. Чувак, мне и вправду нужно домой. Ставлю на то, что мои родители сильно беспокоятся обо мне. Так. Только не беги, а то сейчас опять упадешь. До встречи. Фух, ну хотя бы не упал. Как он обычно это делает. Так. Семь. Семь людских душ, и король Асгард станет богом. Шесть.
Столько мы уже собрали. Понимаешь? С помощью твоей седьмой последней души этот мир преобразуется. Однако сначала в дань уважения тем, кто дал нам возможность зайти так далеко, должен рассказать о трагической истории нашего народа. Все это началось давным-давно. Нет, знаешь что? К черту вся. Почему я должна рассказывать тебе эту историю? Когда ты собираешься умереть? Нгах! Ты стоишь на пути всеобщих надежд и мечтаний. Из-за исторических книг Альфис, я уж подумал, что люди крутые. С этими и громадными роботами, царственными воительницами. Но ты просто трус. Прячешься за этим малышом, чтобы убежать от меня снова. И не будем забивать об этом. Нытики с двумя лапками. О, я так много делаю, обнимая всех незнакомцев. Знаешь, что было бы ценным для всех, если бы ты был мертв. Так-то, человек, твое существование – преступление. Твоя жизнь – это все, что стоит между нами и нашей свободой. Сейчас я чувствую, как все сердца бьются одновременно. Каждый из них ждал этого момента всю свою жизнь. Но мы совсем не нервничаем. Если соединить силы всех сердец, проиграть нельзя. Итак, человек, покончим с этим прямо здесь, здесь и сейчас. Я покажу тебе, насколько монстры могут быть решительны. Шагни вперед, когда ты будешь готов. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, давайте сохранимся. Ветер принудительно воет, выполнил решимости. Ну, давайте попробуем ее победить. Вот так, ха. Больше не убегай. Я иду. Защищайся. Пока ты зелен, ты не можешь убежать. Если ты не научишься встречать опасность лицом к лицу, ты не выстоишь против меня ни секунды. Не знаю, у меня получится с первого раза без хилок, но... Я постараюсь хотя бы. Много лет мы мечтали о счастливой концовке. Я, возможно, некоторые попытки свои вырежу. Потому что зачем? Вам на это смотреть. Не позвольте отнять его у нас. Так, одну нам тыку сделали. А, хватит разогреваться. Так, сердце красное. А когда сердце красное, мы можем использовать одну интересную вещь. До свидания, Андайн. Ты не можешь убежать от меня в этот раз. Так, почти, да? По правде говоря, я делаю тебе одолжение. Типа, слишком быстро не убиваешь? Ни один человек не сможет добраться до Асгора. Но я доберусь, так что... Значит, я не человек. Убить тебя сейчас — это акт милосердия. Ой, все поймал. Андайн думает о своих друзьях и бьет кулаками по земле. Так что, хватит быть таким чертовски живучим. Ну все, мы сейчас, скорее всего, проиграем. Подсвечник есть? Бежать. Так, онлайн, до свидания. Жарко земли. Ты убежал от меня в последний раз. Пощаду. Альфис говорил мне, что люди решительны. Тебя я вижу, что она имела в виду. Но я тоже решительный. Блин, ну мы, конечно, проиграли. Сейчас попробую еще раз, но, скорее всего, без записи. И... Да, не могу дать сейчас, их ли сохраняю решимость. Вот на таком моменте мы остановились, а вот до того момента я и перемотаю. Так, ну вот, все. Я опять дошел до этого момента, я еще купил себе хилок. А то тяжело на телефоне проходить.
Хотя на компьютере я когда играл, вообще очень легко проходится. Если просто понять, как это работает. Давайте не будем рисковать и будем просто хилиться. Так, это вот так, это вот так, это вот так. Ну, 16 кп нормально. Да не положишь ты решительно никому конец. Ай, задело. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Ой-ой-ой. Так, лечимся. Не хотелось бы сейчас прыгать. Ха-ха. Да сейчас мы тебя разнесем, все, давай уже. Я просто буду крутить щит. Все, Андайн. До свидания. Звонок. Привет, чем занимаешься? Я просто думал, ты, я и Андайн должны как-нибудь вместе подосить. Я думаю, вы с ней стали лучшими друзьями. Давай встретимся у нее дома позже. Конечно, она говорит, что станем лучшими друзьями, а при том мы в это время сейчас не деремся. Так, до свидания, Андайн. О, привет, Санс. Андайн, отвлеки. Да, до свидания. Ну, в броне, конечно, металлической, в жарко-зиме, где лава, бродить, да, очень горячо, но я не могу сдаться. Ну, так, ну мы добрые люди. Давайте возьмем стакан с водой и ей поднесем. Да, дать воды. Ну и чё, я тебя спас. Да, ну все, давай, до свидания. Надеюсь, после этого ты на меня больше не будешь нападать. Ну вот и отлично. А мы сейчас будем около кулера выливать воду. Вон там потихоньку вода исчезает. И около нас лужица появляется. Просто если мы на подсвисте, когда будем это заново все проходить, на этом месте можно вырастить маленькую елочку. Он уже лужа побольше стала. Стаканчики вот не кончаются, а кулер, а вода сама в кулере кончается. А можно просто с одного стакана пьем. Ну да. Он уже побольше стало лужа опять. Воды в кулере больше нет. Ну все. Зато мы создали лужицу. Так, ну на этом, я думаю, уже заканчивать нам пора. Давайте только спросим у него. Извини, Андайн. Типа, сказала, что где-то тут, точнее, огурой человек. Так что, типа, мы королевские стражи. Преграждаем путь к лифту. Ах, даже если лифты все равно не работают, мы сделаем все, что для мисс Андайн. Видя странную лабораторию в таком месте, вы наклоняетесь с решимостью. Ну вот, мы уже прошли пятую часть. В следующем видео пойдем к качественный татон. Ну и, в принципе, пока.